Число тестов на коронавирус в Дагестане увеличат. Теперь будут делать больше 2000 в сутки. Об этом сообщается на сайте главы республики. Количество исследований по Дагестану сегодня по официальным данным удалось повысить до 1800. В регионе отмечается проблема с проведением лабораторного тестирования. Результаты можно получить только на 4-5 день. Сейчас, чтобы ускорить процесс, расширяются лаборатории. Далее власти региона планируют довести количество тестов до 3000 в сутки.